Отлично, молодцы! Продолжаем наш тур. Для слабых места нет. Начинался с того, что мы спросили у вас, какие песни бы вы хотели услышать на наших концертах и нашей общей радости. Вы голосовали не только за то, что звучит постоянно, но и за редко исполняемые произведения. Одну из таких песен мы сыграем прямо сейчас. Называется она «Отшельник». Thank you.
на библейскую тематику и расскажет она о нелегкой судьбе и муках совести иудейского прокуратора Понтия Пилата. Роксакрат!